кого-то они там учуяли. Может, койотов? Или волков? Там ходит. Вот такая у нас вьюга. Метет, вообще ничего не видно. Едем как едем? Как у Пушкина в этой самой. Белый белок. В повести, когда они ехали-ехали, заехали и поженились. Да? Поженились? Да, было у них такое. Ну, потом, да, они через какое-то время расстались, потом опять встретились, опять поженились. Метель. Да, так и было. Что они делают? Они прыгают через барханы, глянь. У нас тут барханы есть? Да, смотри, снежные. Как они делали? Деревенские развлечения. Катание на санках. Детям нравится. Барли. А что ты их по маленькому кругу, по большому катаешь? У-ху! Давай, давай. Привет! Привет, народ. Голубь полетел. У меня здесь семья голубей живет в ангаре. Хочу показать вам, что я купил. 6 досок и 3 бруса. Все длина 12 футов. 12 футов это около 4 метров. Такая доска. Дюйм на 6 и брус 2 на 4. Как думаете, сколько заплатил? Больше $150. Представляете, цены какие сегодня? Это просто кошмар. Чтобы это видео могли смотреть дети, я вам просто скажу, это кошмар. А не то, что я думаю на самом деле. Конечно, цены. Для чего я это купил? Хочу сделать борта на этот прицеп. Здесь мне надо поднять брус. Здесь брус. Здесь брус. Получится вот так у нас 3 бруса по 3 фута. Или сделаю 4, посмотрим. В принципе, я с запасом взял. И вот так вот 3 доски. 1, 2, 3 на брусе. У меня прицеп 10 футов длиной. Ну, 10-футовых досок у них не было, было 12-футовые, поэтому пришлось взять, что есть. Ну, в хозяйстве все пригодится, не пропадет. Останутся у меня 60-сантиметровые такие обрезочки. Вот. Делаю эту модернизацию прицепа, чтобы были высокие борта, чтобы можно было больше класть разных вещей. Прицеп, потому что так он, в принципе, тянуть может много, но из-за маленьких бортов, если вы что-то выше кладете, ветром улетает. Я и так мусор вожу, видите, у меня лист USB, я накидываю мешки, и потом сверху этот лист и резинками, чтобы мусорные мешки не улетели. Вот мы месяц не вывозили мусор, а мороз, что я его складываю в этом самом... в сарае, пока до потока не доложил. Он никуда в мороз мусор не пропадет, правильно? Он замерзает просто. А потом мы вчера с Олей загрузили полный прицеп и вывезли. Потому что тоже ехать, вывозить, это же бензин. Если каждую неделю вывозить больше. Ну, летом, конечно, мы каждую неделю вывозим, потому что жарко. Раз в неделю, в субботу, там на выходные. А зимой можно и дольше.
Вот так, что хочу сделать борта такие высокие. И можно тогда будет солому возить. Да все, что можно будет возить. Коробки, солому. Там, просто не до сюда уже, а вот до сюда выкладывать. И... Ну, короче, покажу, когда получится. Что хочу, я думаю, здесь вот брусья изнутри, наверное, ставить брус. И его болтами с гайками прикручивать. И потом обшивать доской. А летом Олюшка пообещала мне его покрасить потом. Ну, сейчас при минусовой температуре не очень накрасишься, правильно? А когда потеплеет, весна, будет плюсовая температура, у нас есть краска, покрасим. Или есть лак, можно лаком скрыть, посмотрим еще. Ладненько, пойду я сейчас относить эти доски в ангар, вовнутрь туда. И, ну и распиливать его. Сделать заготовки. Потом надо посчитать, сколько мне надо гаек, болтов, какой диаметр. Тут, видите, уже хорошо дырочки есть здесь. Все могу эти дырочки здесь использовать. А тут придется сверлить новые. И тогда я точно буду знать, сколько мне надо. И какие гайки болтов, купить гайки болты. И если погода нас порадует, не очень холодно. Сейчас не очень холодно, где-то минус 5, поэтому можно что-то делать на улице. Ну, там 3 дня, а потом опять минус 30 обещают. Ну, когда минус 30, не то, что там какие гайки, пальцы не шевелятся. Ладненько, пойду носить эти стройматериал золотой. 150. 51 доллар, по-моему, что такое? Кошмар. Привет, народ! Доброе утро! Доброе утро! На улице у нас красота. Смотрите, какая. У нас пугалка. Елочки в снегу. За ночь насыпала. Хорошо насыпала снега так. На улице минус 5, тепло. Да? Собатюри. Кого там унюхали? Уточки закрякали. Дикие, видите? Дикая утка. Селезень этот маленький. Этот. Не улетел, остался с моими зимовать. Я, правда, его с утенка вырастил, но все равно. Мы переживали, что улетит. Он очень хорошо летает. Так, за компанию с ними ходит, но когда надо лететь... Я один раз даже думал, что он улетел. Они вот там вот гуляли, он с цесарками, цесарки сюда пошли, он туда и улетел в лес. Я думал, все. А потом и прилетел обратно. Барли, ну, беспокойная душа. Ладно, сейчас я им дам еды. Водичку им поставил, они не купаются. Любят они купаться. Я специально горячую воду наливаю. Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Когда ветра нет, конечно, это ляпота. Слышите, эхо какое? Но после обеда обещают ветер северный подымется и похолодает сразу. Да? Ника! Нику! Ладно, пойду сейчас я ему вынесу. Что, тоже решили выйти, да? Смотрите, как водичка пьет. Нравится, нравится. Смешно.
Сколько той зимы осталось, да? Еще месяца три. Ой, да, у нас полгода зима. Сегодня из-за сильного снегопада, видите, сколько снега выпало. Отменили школу Насте. Пришло сообщение с утра, что школа не работает. Я не знаю, нас, наверное, там еще не почистили. Но Оля на работу поехала нормально. И моя машина засыпанная стоит. Вот так что Настя сегодня дома. Да, Лилька, Лилька. Что такое? Да, да, ты моя сладкая, ты моя красавица. Ты моя любимая. Барли палку откопала. Ладно, идем кормить птиц. У нас за окном. Ух, погода какая. Ветер поднялся. Снегом все задуло. Обещают, еще будет снег валить. И очень сильное похолодание идет, арктический. Массив воздуха, как они говорят. Вот. А тут у нас котики сидят. Купили мы ему такую вот подставку кошачью. И вроде им нравится, не знаю. Шуша, тебе нравится? Ну, Пуша лег спать. Для котика все, что хочешь есть, только деньги доставай, да, Шушенька? Ладно, я попытаюсь пойти почистить снег, не знаю, если трактор заведется, потому что у нас похолодало. Утром было минус 5, сейчас у нас минус 13. Пойдем попробуем завести трактор. Такая погода у нас, видите, засыпало, что я чистил, все белым-бело. И ветер дует, ух! До 80 км в час ветер обещают. Ой. Пойдем попробуем завести трактор. Смотрите, как ангар занесло белым-бело. Сейчас попробуем завести. Та штука поломана, я так помню, только весной смогу ее разобрать, когда снег потает. Попытаемся из нее потом сделать что-то, может, теплицу. Улетела она тоже. Найдемте, где наш трактор? Наш трактор, сейчас попытаемся его завести. Привет, народ! На улице у нас минус 25. Мороз и солнце! Естественно, птицы сегодня не выходят. Я приготовил еду. Здесь овощи, зерно. И геологический молоток. Для чего геологический молоток? Иногда замерзает, там внизу намерзает лед, неплотно. Знаете, приходится сбивать, чтобы потом дверь можно было закрыть. Я в прошлом году пытался, ставил какие-то резинки, нифига не работает, они примерзают, отрываются потом. Короче, то, что есть. Ну, может, то, что оно и неплотно, и хорошо, но воздух отсюда затягивается. И оттуда, здесь у нас же отверстие. Видите, оттуда выдувается. Там стоит вентилятор, который выдувает воздух. И, ну, чтобы влага уходила. Вентиляция нужна. Ладно, у меня рука замерзла очень. Сейчас пойду кормить и молотком отбивать, если там что замерзло. Вот видите, намерзает. Здесь сталактиты. Так, конденсат собирается и примерзает. Не хватает одного вентилятора или просто слишком много птиц.
Я все никак петухов не дорежу. Холодно. Холодно. Здесь штук 20 надо убрать петухов. На морозе не очень получилось. Ладно. Но они ждут уже еду. Сейчас буду их кормить.